Уехал славный рыцарь мой 15 лет назад. Но на прощанье я ему заворожила взгляд. За сотни рек, не гор, направив бег коня, во всех красавицах с тех пор он узнает меня. А с башни время сыплет звон, дин-дон, дин-дон, дин-дон. Увы, не только за окном прошли с тех пор года. Я жду и только об одном тревожусь иногда. Когда из дальних стран домой он повернет коня, во мне самой, во мне самой узнает ли меня? А с башни время сыплет звон, дин-дон, дин-дон. С башни время сыплет звон, дин-дон, дин-дон, дин-дон. А с башни время звон, дин-дон, 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 дин-дон. Друзья, ваши аплодисменты. Анна Бутурлина. И такая очень нежная баллада Анжелы. Анна, я постаралась воплотить вот сейчас, в данной минуте, вот тот образ, который я помню в кино. Вот эта красивая женщина, удивительная. В продолжении темы кино, друзья, давайте, да, ваши аплодисменты. И в продолжении темы кино, насколько вы хорошо знакомы с творчеством Вадима Коростылева? Ой, ну, у меня детство, это, мультики была моя мечта. Мне мало разрешали смотреть мультфильмов, но, естественно, мультфильм «Опять двойка», «Вовка в 39-м царстве», ну, это шедевры, которые я, естественно, обожала. Я на этом росла. Ну, а потом фильмы, да, вот «Айболит 66» и «Карнавальная ночь», безусловно, это такие важные, знаковые, культурные, как бы, события, да, и они, естественно, мимо меня не прошли. Это все внутри, оно здесь. Спасибо вам большое, друзья, ваши аплодисменты. Анна Бутурлина.